2 декабря в здании Сергиевской библиотеки районный женсовет подвел итоги своего фотоконкурса «Красоты и материнство. Мое продолжение 2020», проведенного ими к Дню матери. Рассчитывали, что мало будет участников, но получилось более 70, и победителей у нас стало 18. То есть у нас в каждой подразделялись по категориям: мам, миссис и мистер, и миссис и мисс. И по возрастам. Самыми активными участниками состязания стали жители центральных поселений района. Получать заслуженный диплом победителя, цветы и ценный приз, к примеру, Наталья Долганова выходила на сцену с дочками Миланой и Таисией, младшей из которых всего 2 месяца. Так в центр зала выходили одна за другой красивые и счастливые мамы, бабушки, тети, гордые тем, что фотоработы с их малышами стали украшением социальных групп Сергиевского района. Чисто случайно нашла фотографии в своем альбоме и решила попробовать, как выяснилось, что у нас получилось, все, заняли 1-е место. Мы считали лайки, и все. И очень, вы знаете, вот иногда много просмотров фотографий, а лайков мало поставили. Вот так хочется, чтобы не жалели и ставили лайков побольше. Мы просто по количеству лайков выясняли, кто какое место занял. Организаторы обратили внимание на то, что даже непрофессиональный, случайно сфотографированный момент может стать отличным фотопортретом. А значит, у всех есть повод пересмотреть свои фотоальбомы и принять участие уже в следующем конкурсе обязательно. Екатерина Реснянская, Денис Витрюк для информационной службы телекомпании «Радуга-3».